Всем привет, меня зовут Илья. Многие музыканты на определенном этапе своего развития задают себе один очень важный вопрос. Что же я делаю не так? Я выучил все гаммы, играю их во всех позициях, в любом темпе, вызубрил все названия гамм, их последовательность, но почему-то это не звучит как музыка, почему-то это все звучит как мышиная возня, как какой-то набор упражнений без души и сердца. Что же я делаю не так, спросите вы? И в этом видео мы попытаемся найти те самые инструменты, которые превратят вашу игру гамм в музыку, в те самые фирменные басовые линии, фразы для импровизации, фразы для игры аккомпанементов и наполнят их душой и сердцем. Начнем. Если музыка — это универсальный язык, на котором можно разговаривать с разными людьми, то гамма — это всего лишь элемент этого языка, это алфавит, это буква. Если вы, например, захотите разговаривать на английском языке и выучите алфавит идеально, вы не сможете этого сделать, вам необходимо применять его правильно, складывать из букв слоги и так далее, предложения, фразы, и после этого только сможете говорить нормально на языке. То же самое с гаммами. Гамма — это один из элементов, который позволит вам разговаривать на языке музыки. В этом видео мы с вами разберем три основных первых шага на пути от гаммы к музыке. Начнем с гаммы до мажор. Духовики знают, что звук до самый естественный, поэтому зачастую он берется в основу. До мажор. Как можно сыграть до мажор? Начнем с натуральной гаммы в 2 октавы. До мажор можно сыграть в этой позиции, можно сыграть здесь. Также можно сыграть и здесь. Первый шаг на нашем пути — это секвенции. Первое упражнение — это будут секвенции. Секвенция — это последовательное повторение какой-то мелодической фразы от разных ступеней. Это может звучать по-разному. Например, такой вариант. Мы начнем с секвенции интервальных секвенций. И начнем с самой простой секвенции — это когда мы играем тоники. Повторяем 2 раза. Это тоже секвенция, она выглядит вот так. Если мы в до мажоре. Это самая простая секвенция, но она, на мой взгляд, максимально недооцененная. Ее можно также использовать в музыке. Например, играть вот такие фразы. Здесь мы играем сначала гамма, гамма, секвенция, гамма. И получится уже музыка. С опеванием. Значит, первая секвенция — это тоники мы повторяем. Вот таким образом. Вторая секвенция, которую мы разберем, это секвенция с секундами, когда мы от каждой ступени гаммы добавляем соседнюю ступеньку, от нее вторую, либо вниз, либо вверх. В оригинале это будет максимально похоже на первую. Как это звучит? На первый взгляд она похожа на секвенцию тониками, примами. Но если мы включим фантазию, начнем пропускать какие-то ступени, то получится очень круто. Например, можно сделать так. Гамма. Секвенция. Гамма. Также можно сделать так. Секвенция. Гамма. Вот таким образом. Гамма. Секвенция. То есть добавлять, чередовать. Мы создаем некую схему. Гамма, секвенция, гамма. И дальше будем добавлять следующие инструменты. Третья секвенция, как вы уже могли догадаться, это секвенция терциями. Когда мы играем от каждой ступени, добавляем терцию. Играем поочередно, последовательно. Как это звучит? В конце я добавил арпеджио. Опять же, для более музыкального звучания. Также есть другие варианты комбинации, например, такие. Сначала терции, секвенция секундами, гамма, арпеджио, гамма, тоники, гамма, арпеджио. То есть мы создаем некие определенные комбинации терций,
тоник, секунд, и дальше мы можем добавлять, мы до этого дойдем дальше, это и арпеджио, и какие-то опевания, но это будет дальше. По такому же принципу мы можем обыгрывать и другие интервалы, например, кварты, квинты или сексты. Особенно круто звучат сексты в джазе фьюжне, добавляют фирменности, добавляют такой остроты звук, когда мы от каждой ступени играем, добавляем шестую ступень. Как это звучит? Это, кстати, делал и Пастори в своей школе, и в фирменных фразах часто используется вот этот широкий интервал секста. Как это в оригинале звучит? Пришли в тонику. И обратно. Тоже мы смешиваем гамму и с секстами. Также можно. Вот таким образом, гамма, секста, гамма, тоника, секунда где-то, можно иногда терции. Также вы сами можете составлять более сложные секвенции, объединяя два интервала или интервал с каким-то гаммообразным движением или с каким-то мелодическим движением, которое вам понравится. Как это может выглядеть? Простой пример. Здесь мы используем секст, добавляем гаммообразное движение, смешиваем это, комбинируем и надеемся, слушаем свое сердце и определяем, нравится или не нравится ваше звучание. Второй шаг на пути к музыке – это добавление арпеджио. В каждой диатонической гамме у нас есть 7 аккордов. 7 аккордов, соответственно, 7 полноценных арпеджио, которые мы можем использовать в своей музыке. Если смотреть относительно до мажора, это у нас будет выглядеть вот так. В оригинале играем как упражнение. Мы сыграли эти арпеджио с септаккордов. Их можно играть как просто вверх, можно играть чередуя и вверх, и вниз. Как эти арпеджио можно использовать? Например, чередуя с секвенциями. Мне, например, нравится чередовать арпеджио с секвенцией тоника, самым простым, когда мы повторяем. Каждую ступень просто повторяем одну и ту же ноту, как секвенцию делаем. Как это может выглядеть? Начинаем с арпеджио. Арпеджио. Секвенция. Гамма. И добавляем, например, те же терции. Гамма, секста, арпеджио, гамма. То есть мы здесь смешали и какие-то сексты немножко, добавили и арпеджио, добавили и простые секвенции тонингами, которые очень хорошо с трезвучием звучат, на мой взгляд, и я часто это использую. И тем самым, с помощью вот этих комбинаций мы делаем интересное звучание, не просто гам, а делаем это максимально музыкально, максимально пригодно для какой-то практики, игры, придумывания музыки, каких-то рифов, придумывания каких-то соло, аккомпанементов, мелодических фраз и так далее, и так далее. Ну и в целом делает, это все делает занятия более душевными, более такими вдумчиво музыкальными, так сказать. Третий шаг на пути к музыке, но не менее мощный, не менее музыкальный, это игра опевания. Я люблю этот способ, люблю начинать им фразы, люблю заканчивать им фразы. Он как бы сглаживает некоторые углы, добавляет музыкальности и души в песню. Опевание — это когда мы окружаем какую-то ступень гаммы двумя соседними ступенями. Это мы можем начать, например, с устойчивых ступеней и опевать устойчивые ступени. Как это будет выглядеть в до мажоре? Вот у нас до мажор. Опять же, устойчивую ступень сыграли, даже можно трезвучие, не обязательно седьмую. Как это выглядит? И в конце мы пришли через арпеджио и гаммообразное движение. Сначала опевание, опевание, трезвучие, линия,
переходим опять в до. Вот таким образом. Опевать можно не только устойчивые ступени, а в общем-то можно любые, которые у вас лежат в вашей руке, которые максимально близко, удобно и, как вам кажется, звучит. Например, вот так. Мы сыграли, играем секвенцию опеваниями. Арпеджио. Гамма. И приходим к тонику. Либо гамма, арпеджио и опевание опять. Первую ступень. Вот таким образом. В общем, секрет в том, чтобы максимально хорошо научиться комбинировать вот эти три инструмента, которые мы сегодня разобрали, и музыкально их использовать. Главное, играя с выражением, с чувством, с любовью, с сердцем. То есть не просто как бы монотонно вот эти ноты регистрируя, а где-то акцентики расставлять на каких-то красивых нотах, каких-то красивых интервалах сделать акцентик, какую-то нотку наоборот приглушить. То, в общем, как разговаривать на языке. Вы должны также с интонацией какие-то слова выделяя, какие-то слова наоборот заполняя, какой-то словесный мусор убирая и так далее, превращая это все в грамотную музыку. Вот так вот. Последний, четвертый шаг на пути к музыке, завершающий на сегодня, это ваши уши, это то, что вы слушаете, ваш музыкальный вкус, багаж, то, насколько вы много снимаете, потому что на самом деле все кроется в музыке, какие-то фирменные фразы, которые вы слышите, какие-то крутые рифы, я рекомендую это все снимать, понравился риф, взял файл, замедлил его, снял, поиграл, посмотрел, что используется, анализ, как бы работа над ошибками. Этот навык на самом деле очень важный, и его тоже нужно вырабатывать, даже если у вас сначала не получается снимать, то замедляйте максимально медленном темпе, слушайте, вникайте, и это будет, и это четвертый шаг, наверное, один из самых главных, наверное, самый главный, это то, что вы снимаете, то, что вы слушаете, кого вы слушаете. Естественно, рекомендую снимать фирмачей, пожалуйста, там, даже не обязательно басистов, можно снимать любых музыкантов, там, трубачей, там, Майлза Дэвиса поснимать, Чарли Паркера фразы. Там огромное количество интересных секвенций, интересных мелодий, интересных входов и тому подобное, что гораздо очень мощно и гораздо сильнее обогатит ваш, так скажем, музыкальный запас, ваши фразы, чем просто интервалы. Есть огромное количество классных секвенций, интервалов, фраз, которые можно использовать, заучивать, снимать, и это сделает из вашей просто какой-то игры гамм, механической какой-то максимальной игры, сделает музыку, наполнит душой, любовью и всем только самым лучшим. Поэтому съем, ваши уши, слушать, анализировать, слушать большое количество музыки, это вас очень сильно приблизит от механической игры, от зазубривания гаммы, игры упражнений к игре реально музыки, к фирменному звучанию, к крутым рифам, к классным басовым линиям и так далее, и так далее. Конечно же, это не все шаги, не все инструменты, не все знания на эту тему. Есть еще и другие, например, та же пентатоника, та же хроматическая гамма, тональные ноты, проходящие ноты, неаккордовые и так далее, так далее. Информации много. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Если эта тема действительно будет интересна, если вы пролайкаете активно, прокомментируете, я увижу, что это вам интересно, мы продолжим подобные уроки по фразам, по импровизации, по каким-то фишкам, которые делают игру качественнее, так сказать. В общем, комментируйте обязательно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях, каким еще вы используете, какие инструменты для крутой игры, для выражения себя через музыку, обязательно пишите, я посмотрю, и у меня на фоне этого возникнут еще какие-то идеи для видео и так далее, и так далее. Поэтому спасибо за просмотр, еще раз колокольчик прожимаем, заходите в группу ВК, подписывайтесь на мою Boosty, кстати, там будет нотное приложение к этому видео, кто хочет, может скачать себе, кто захочет, проходите, пожалуйста, позанимайтесь более основательно. Все, на этом я буду завершаться. Спасибо, что уделили свое драгоценное время на это видео. Всем любви, доброты, пока!